Привет, друзья! Добро пожаловать на Sparrow Channel. Сегодня у нас будет на канале еще одна распаковка по PlayStation 5. Вот, будет распаковывать Дима, мой друг. То есть он сейчас вам расскажет, как он ее приобретал, сколько по времени он ждал, где он ее купил, сколько она ему обошлась. То есть это не голая PlayStation, здесь бандл. Посмотрим, что там у нас внутри, какой бандл, из чего он состоит. Приступим! Let's go! Всем привет, подписчики! Вы на канале Sparrow Channel. Сейчас я хочу продемонстрировать распаковку консоли. Я за ней гонялся 2 месяца, но я упорно гонялся. Я искал, я постоянно каждый день смотрел, делал предзаказы, повторно делал предзаказы. Но мне повезло, что в одном из магазинов нашелся хороший человек. Вот. И я с ним договорился, я периодически приходил в этот магазин, то есть о себе я напоминал. И в итоге, спустя 2 месяца, под канун Нового года, мне досталось PlayStation. Я этого долго ждал. Вот, ребята, в общем, я взял в сети магазине Алло, это не реклама, это просто где я взял ее. Помог сотрудник, как я еще раз говорил, вначале. Он говорил, что придет на Черную пятницу, он говорит, типа, фуловая, то есть за 17 можешь взять. Я такой, о, круто, я как раз тогда телевизор приобретал. Но не важно, поехали дальше. И в итоге, типа, прошло время, я прихожу по Черную пятницу, и он говорит, типа, нету, начальство сказало одно, вышло другое. Я такой, очень сильно расстроился, говорит, будет там под Новый год. Естественно, я обнадежил, естественно, настроение падает, и я ищу дальше, там, по цитрусам, еще Foxtrot, Comfy, ну, неважно, то есть везде ищу, и все говорят, нет, наотрез, а он единственный, кто хотя бы сказал да, было очень приятно. И вот мы как раз с Андреем уже подошли под канун Нового года, он говорит, будет, она будет. И я такой, да, позвоните обязательно, я с ним поговорил, мы там разобщались. И в итоге в один момент мне звонит сало девочка и говорит, вот ваш, мы собираем бандл, и что вам нужно туда положить. В итоге фуловую, как сказать, не разрешили, хотелось бы ее так фуловую, но в итоге впихнули бандл. Вот хочу продемонстрировать, что шло обязательно. Скажу, что впихнули, что я не хотел, но придется это, так сказать, использовать, юзать. Вот, начнем с малого к большому. Начнем мы вот с такого замечательного пака. Здесь у нас, получается, на выбор мне говорили либо игры, либо же можно брать одну игру и взять какую-то там подписку PS Store, либо Plus. Естественно, я взял PS Plus на год. Думаю, мне с головы хватит. Поехали дальше. Также, к сожалению, я очень сильно хотел Майлза Моралеса, но в итоге сказали, что нету, поставки закончились, и выберите другую игру. Я думал, думал, думал. Рейчер и Кланк я не особо хотел, но что проходил на Соньке 2. Returnal мне не впечатлило. Хотел Призрак Цусимы, но в итоге ее просто не оказалось. И как бы был Demon's Souls и Neon. А по сути это одна из Souls игра. Я думаю, между этими что брать. Но мне больше японская тематика впечатлила, поэтому я взял Neon Collection, там как раз 2 игры. Вот это примерно вот такой вот. Отлично, поехали дальше. Ну и конечно то, что я не хотел брать. Вот как раз обзор есть на камеру Sparrow Channel. Я посмотрел, меня на ней впечатлило. Ну, как бы переплачивать такую сумму за такое качество. Конечно, хотелось подключить там GoPro-шку или какой-то Canon, чтобы было крутое качество. Но в итоге совместимость только от камеры от Sony. В итоге мне ее впихнули, я предлагал, давайте я джойстик вместо этого возьму. То есть доплачу больше, вам же будет больше. Вот, но в итоге сказали, это обязательное условие, это от Sony. Я такой, ну, буду ее использовать. Вот, в итоге, как бы, обязательное условие это была камера, это было 2 игры, либо же ты можешь одну игру поменять и взять себе там PS Store на 2000 гривен, там, на 500 гривен, либо PS Plus. Естественно, лучше взять PS Plus, там идут дополнительные игры и всякие плюшки. Вот, и я вдобавок к бандлу, я решил сам взять, уже приняв решение, что нужно взять еще один DualSense, потому что я люблю, когда придут люди, о, можно с тобой поиграть, поэтому я себе приобрел еще один DualSense, тоже белый, я не хотел красный, черного не было, а белый он выглядит более футуристично и, наверное, более практично, что ли, он больше подходит к стилю 5. Вот. А теперь
Что? Зачем я гонялся 2 месяца? И вот под Новый год я решил сделать себе этот подарок. Эмоции прям. Это только одна коробка, сейчас еще внутри вторая. Скажем, она тяжелая. Это PlayStation 2, кстати, дивизии. Вот она, вот такая вот. Она прям впечатляет своими масштабами, скажем так. Мы сейчас, скажем так, выставим все красивенько, и потом перейдем тоже к распаковке, так же самое, там, к меньшему, то есть плюс, потом там, диск, потом камера, DualSense, и потом уже самое вкусное напоследок. Слушай, расслабь свое тело, оставь только уши. Расслабь пуговки, губы, плечи. Расслабь свое эго и попробуй лечь. Ребят, мы извиняемся за такие условия спартанские. То есть немножко у нас так все это происходит, потому что комната небольшая, тесная, и все так слитно. То есть там где-то шкаф, где-то тумбочка, где-то стул. Все это так как бы попадает в кадр и немножко портит всю эту атмосферу. Надеюсь, что вы отнесетесь с пониманием, но это, по сути, не важно. Мы здесь собрались совершенно как бы по другому поводу. Сейчас Димон начнет по порядку вам демонстрировать бандл, показывать, распаковывать и прям делиться своими эмоциями. В общем, подписчики, мы начнем с самого малого, это PS Plus и сама игра. Ну, тут, по сути, говорить незачем, игра, мы уже, и также подписка, мы это уже сделаем, когда уже непосредственно подключим, настроим, все введем, все данные, синхронизации, все как нужно. Поэтому это вы уже увидите, как мы только ее включим. Мы начнем, точнее продолжим, с камеры. Посмотрим, что это за камера, которую нам пытаются впихнуть. Ну, я и так знаю, наверное, вы тоже уже знаете. Ну, мы начнем. Я ни ножи, ничего, я вот хочу чисто все руками сделать, прям получить удовольствие. Поэтому... Да, ребят, в общем, если пока Димон снимает пломбу, в общем, если вам интересно мое мнение и обзор на камеру, то подсказочка где-то появится здесь, вот в уголочке. Да, переходите, смотрите, но от себя я скажу, что вот как и ее по фулл прайсу толкает 2000 гривен, это вообще она не стоит этого ничего, то есть, ну, это отстой, как по мне. На том же OLX вы можете найти за 800 гривен, за 650 даже есть моменты, то есть ребята впихивают их, а 2000, и видите, то есть в магазинах это как бы было главное условие, то есть камеру нельзя было убрать, на что-то другое поменять, на тот же DualSense, либо там какую-то дополнительную игру, либо еще что-то, какую-то док-станцию, вот камеру они впихивают, видимо, плохо продается у Sony. Ну давай, переходи. Это для магазина, чтобы она висела как бы. Ух, как приятно. Оп. Так, я буду стараться коробочки все аккуратненько открывать. Да, я чувствую, данная распаковка, обзор займет нормально времени. Ну, ладно. Так, здесь у нас... О, уже сразу непосредственно камера, сам USB. Какой он здесь, я еще не знаю, нужно будет посмотреть. Вот сама камера. Вот так она на вас смотрит. Пакетика достанешь, посмотришь? Да. С удовольствием. С Китаем воняет. Белиссимо. Вот она вот так примерно выглядит. По дизайну забавная штука, похожа на какую-то жабу с двумя глазами или какого-то из игры Star Wars, типа робота. Ну, теперь у тебя будет повод так же само стримить, чтобы она у тебя зря не пылилась. Да, в описании ссылка будет на Димона канал. Если что, заходите, смотрите, он там занимается творчеством, пишет музыку, пытается в этой теме развиваться, так что можете зайти и посмотреть. Так, у нас инструкция. Я не долго будем. Дальше. Let's go. Поехали. DualSense. Я также постараюсь все аккуратненько открыть. Блин, ну тут вот так запечатали. Я даже не знаю, как... А, вот здесь можно будет поддеть.
аккуратненько, чтобы там не пошкрябать коробочку, чтобы там не драть эту, как это называется, принт. Ну, Димон у нас еще и коллекционер, то есть у него там есть и вторая PlayStation, и третья PlayStation, и Sega, Dendy, в общем. Да. И спишка. Да, парень фанатеет на эту тематику. Вот. А скажи, как ты вообще созрел на приобретение PS5? Как бы она в дефиците и вообще не стоит нормально денег. И как бы, ну, не каждый может себе позволить это. Да. Вообще, то есть и тебе еще и навешали бандл. Кстати, как ты созрел на это все? Mm-hmm. И второй вопрос, сколько тебе бандл обошелся? Ты же не сказал, да, не озвучил. Кстати, не сказал. В общем, как я созрел? Я знал, что есть PS5. Я ее как бы такой, о, блин, было прикольно ее приобрести, но особо так фанатично не подошел к этому моменту. Типа, блин, надо ее достать любой ценой. Но как бы год проходит, там, может, чуть меньше. И у Андрюхи как раз появляется та самая заветная Sony PlayStation 5. И как бы он приглашает в гости, мол, давай заценим, там, поклацаем, там, поиграем, посмотришь что да как. И я такой, типа, блин, да, нужно посмотреть. Ну, это круто, это не было никогда. И в итоге это меня очень сильно впечатлило. И я такой, надо брать. Я один раз в жизни живу, я этого хочу. Типа, почему бы нет, почему бы себе не позволить. И вот под Новый год вот такой вот подарочек. И бандл мне обошелся в 24 246 гривен. Это без учета DualSense. DualSense еще 200. Итого у нас получается 26 346. Вот как-то так. Так что, ребят, делайте вывод. Ну, то есть без DualSense, вот она 24 500. Обходится, если вы хотите. Ну, есть, конечно, бандлы там на той же розетке дешевле значительно, сколько там, 22 500. Вот, но сколько вы будете ждать, это все никто не знает. И вообще, вот, вот Димону пришлось подождать 2 месяца, и она у него. Ты просто балдеешь. Как тут здесь мягко, как здесь вот эта шершавая поверхность. Блин, я за курки смотрел, там вообще просто топ. Это все моменты, где ты нажмешь, оттянет тетиву. Ну, остробой, я уже знаю, что это нужно пройти, там оно все показывает. Все, что может DualSense. Это прям круто, я прям сейчас просто... Это же... Китаем воняет, кстати? Да. Воняет? Есть запах? А нет, на самом-то деле нет. Не дешевый пластик, и чувствуется консоль уверенно. Вот если в сравнении той же PS3 DualSense... Консоль или... DualSense. Боже. Ну, я понимаю, типа, ребят, эмоции у Димона. Да, мы снимаем, стараемся все снимать одним дублем, так что... Да, поддержите лайк, ну, вы знаете. В общем, очень тяжело перейти. Вот у меня PS3 стоит, и там DualShock 3, и он чувствуется таким легким, таким свободным, можно так потрясти, а тут чувствуется, что он так плотный. Прям очень приятный. И хочется его взять в руки и прям насладиться вот каждой кнопочкой. Нажимается все прям божественно. Блин, звук просто. И, кстати, сенсорная панель говорили, что улучшили. Надо будет тоже ее как бы попробовать. Так, а что здесь у нас еще, собственно? А здесь у нас все, ничего. Инструкция там, ну, то, что нам не интересно, в принципе. А что, нет даже никакого кабеля сбоку, нигде ничего нет? То есть никакого Type-C, ничего нет? Нет, вот, пожалуйста, пусто. Прикольно. Прикольно. Я этого не знал, я думал, что в комплекте идет. Сразу в комплекте, ну, логичнее всего, ну ладно. Ну, будет повод приобрести еще... Кабель? Либо кабель, либо... Помнишь, есть Type-C кабель? Либо док-станцию. Ладно. Так, ну, собственно, мы теперь подходим к торжеству, самому интересному, да, самому сочному кусочку. Ты, в принципе, как, готов? Я очень сильно готов, но у меня сейчас даже нет слов, типа, как... Мы начнем, а дальше будет видно. Кстати, я добавлю, не помню, говорили мы или не говорили, что Димону досталась вторая ревизия, это вторая ревизия. А, да, вот. У меня идет первая ревизия. Ну, мне, в принципе, все равно, то есть я по этому вопросу вообще не парюсь. Первая, вторая, третья. 300 грамм, типа. Там что-то лучше, что-то хуже. Ребята, тут бы вообще достать, получите, да. Дефицит жесткий.
Но если вы ее хотите, вам совет либо надейтесь на чудо, но это в крайнем случае, либо же постоянно лучше ходить на себе, напоминать там магазины с консультантами разными, при том, что разные есть, которые типа наотрез говорят нет, а некоторые типа, ну, возможно, там оставьте номер, то есть становиться в живую очередь. И есть третий вариант. Это костыли через Telegram-бота, то есть приходит поставка, там, например, в Citrus, и там Telegram через 10 минут оповещает, что она есть, и вы можете успеть ее схватить. Но тоже тяжело. Ну, есть еще вариант перекупы. Не надо. Не надо. Просто вот даже если посудить за 28 сейчас, это минимум у перекупов, коробка мятая. Я пытался, то есть я подходил. Где ты пытался? Где по книжке я уже прошелся. А сам ты откуда? С раздельной. Одесса. А, кстати, да. Неважно. Ну, родился я в раздельной. Живу в Одессе в данный момент. Вот, на книжке. Вот, но цена прям... аккуратненько. Окей. А еще скажи момент, у тебя же был такой момент, ты там, допустим, подходил в некоторые магазины для, ну, консультантам, и был, да, такой момент, что, допустим, они тебе сначала говорили одну вот цену, это можно поподробнее? Да, короче, такая ситуация, это еще был первый день, когда я начал, ну, скажем, первый момент, первый мой поход за ней, нужно было узнать, что по цене. В итоге я прихожу в Citrus один. Молодой человек говорит, 24 до Нового года оно 100% будет. Я такой, блин, 24 как-то дорого, хотелось ее фуловую. Ну ладно, буду дальше идти. Иду через еще один Citrus чуть дальше. И чувак тот такой же самый, такой, мол, говорит, тоже бандл, вот все, что нужно, но 28. А я такой, а как это? Если все то же самое, что мне озвучили там по типа диску, по камере, по DualSense, типа... И так же самое, тот же комплект, но просто большая цена. И ты такой, ты в смысле, вы что, хотя бы договориться не можете? Через пару дней снова прихожу в Citrus, который первый говорили за 24, чувак уже говорит 25, уже другой. И ты такой, так, стоп. Ну, то есть, немножко не запутывая как бы людей, то есть ты, типа, сумма фиксированная была, допустим, на 25 ты должен взять, правильно? То есть бандл. Неважно, что туда входит, но условия 25. У другого 24, либо 24,5. У третьего 28. То есть такой... каждый диктует свои прайсы. Условия, да. Чтобы ему как бы больше досталось там бонусов. Я не знаю. Ну, в общем, это уже не важно, потому что вот оно. Все, начинаем. Не будем тонить. Давай. Ну, давай, 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 давай. Так, кожух. Да, кожух. Есть, сейчас мы нажмем паузу и вернемся сразу же к вам. Секунда. Начнем. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай, давай, смелее, Димон. Тут есть инструкция, как открывать коробку. Вам интересно, как открывать коробку? Ну, я скажу, что эта распаковка более эмоциональная, чем моя. Что у нас там идет первое? Инструкция, да. Книжечки. Наши замечательные книжечки, которые никто особо... О, еще один DualSense. Интересно, что отличается чем-то он от коробки и тем, что... Ну, по ощущениям, честно, все... Да, все то же самое, все четко. Так, ну тут хотя бы как бы идет кабель. А, это от Соньки кабель. Это кабель питания. Вот кабель питания, мы его убираем в сторону. DualSense мы тоже убираем в сторону. Фух. Что там у нас еще? О, кабель для зарядки. Это Type-C. Да, с USB-A на Type-C. Да, у меня такой есть, поэтому... Не важно. Ну, в принципе, я даже тоже своим оригинальным, который шел в комплекте, не пользуюсь. У меня есть двухметровый. Вот, и, в принципе, мне хватает. Это у нас кабель HDMI. Да, это HDMI 2.1, который идет в комплекте. И ребят, кстати, бывают, спрашивают, какая длина его. Его длина 2 метра. В принципе, вполне его хватает, да. Так, это у нас идет наша замечательная подставочка. Пользуйтесь ней, потому что рекомендую.
чтобы она не запылилась. Вот, и, конечно, ее говорят, лучше держать стоя, чем лежа. Ну, каждому свое, каждый выбирает, как ему нравится. Как ты, собственно, будешь? Стоя, 100% стоя. Это понятно. Так. Нормально. И вот, вот то самое. Как ее взять? Не знаю, дело твое. Блин. Так, столонка, все, спасибо. Блин, какая она огромная. Это как большой, как-то книга, не знаю, которую учителя тебе дают на домашнее задание на все лето. Ё-моё, вы посмотрите на это. Вы просто посмотрите. Офигеть. Дисковод. Sony PlayStation. Блин. Next Gen. Просто я это ощущаю. Уже сильно. Ты вдохнул? Конечно, я его вдохнул. Я... Так, что у нас сзади? Хоть давайте посмотрим. Так, сейчас. Тут USB, HDMI, питание и для сети, то есть прямой подключение. LAN, Ethernet. Да. Да, это Ethernet у нас получается идет, и там USB 3.1, да, насколько да, я да. понимаю, идет. А вот здесь? USB и Type-C. Type-C. Да. Ну и две лицевые у нас там кнопочки для диска и для power включения. А, вот это power? Да, там кнопка power включения. Вот ну там, да, посмотри, там все нарисовано. Ну, кстати, да. Как бы такое вот. Кстати, ты, а почему ты взял с дисководом? Ну, это... А не digital. Ну, диджитал, получается, скажу честно, я не такой, скажем, богатый человек. И, например, покупать... Ну, не скажите, не скажите. Неважно. Это неважно. Но покупать игры за полную стоимость, если, допустим, можно взять у тех же людей, которые уже ее прошли, и у тебя есть дисковод, ты себе там вставил, поиграл, и потом продал, когда ее прошел, и вернул себе часть денег. Наверное, это более лучше, чем диджитал покупать там, в Play Store. За полную цену. Ну а на релизе же ты, допустим, какую-то бы игру хотел взять по фулл прайсу, по полной цене? Есть у тебя какие-то претенденты? Что-то? Прям такое, чтобы я хотел. Да, у вот меня что-то... несколько игр, я не могу выбрать одну. Ну, например, вот по фулл прайсу, за что ты готов отдать деньги? Я бы вот. Хотел себе... Я могу перечислить несколько, не одну? Ну да, может, которые вот должны выйти в скором времени, к примеру. О, это точно в God of War, я ее 100% буду проходить. Я фанат God of War, играл еще на плойке 2, на плойке 3, все части, и на PSP тоже. Поэтому дальше продолжение мне еще Рагнарёк. Я вот, наверное, не наверное, а 100% возьму по полной цене, вот Рагнарёк 100%. Конечно, я бы хотел бы еще и Паучка пройти. Я тоже обожаю Спайди, как-никак. Смотрели фильм? Посмотрите. Какой именно? Который вот вышел недавно. Вдали от дома. Правильно? Нет, стоп. Вдали от дома это не так. Но... Нет пути. Нет пути домой. Тоже с этим домом. Но не буду. Но то тоже можно посмотреть. Предыдущий. Все нужно посмотреть. В общем, поэтому много игр. То есть, типа, PS Plus, там идут 20 игр, которые мне там хватит с головой, потому что там много игр, которые я хотел бы пройти. И вот будет возможность днями и ночами. Ну, выглядит она просто шикарно, по ощущениям, прям вау. То есть, тяжелая? Да, увесистая. Сколько? Ну, я не знаю, не смотрел вес, там на коробке было написано 13, но, наверное... Ну, там я просто в этой коробке, да, несколько поэтому... штук. Где-то 7-6. Ну, я в своем видеообзоре говорил, там 6-600 моя вроде бы. Круто. Вот, ребята, мы сейчас ее подключим, мы настроим к телевизору все, что нужно, и уже продемонстрируем, ну, мы сыграем. Сделаем первый запуск, наверное, да? 100%. И не последний. Да. Вот. А хорошо, есть еще вопрос такой, допустим, во что ты планируешь в ближайшее время играть? God of War. 100%. The Last of Us 2 хочу. Спайди хочу пройти. Первую часть, там, где Майлз Моралес. Bloodborne. Мне по стилистике она нравится. Detroit. Final Fantasy.
Last Guardian, что еще там такого? А такие, что по дискам, даже не знаю. Вот я приобрел Neon, но потому что не было какой-то другой игры, и я решил взять ее. Вот. Ну, много игр, на самом деле. Их будет еще больше, чем сейчас сказал. Окей, да, окей, понятно. Ну, хорошо, ребят, значит, буквально мы делаем сейчас небольшую паузу. Мы ставим, настраиваем, подключаем и делаем первый тест. Надеюсь, там все с ней в порядке. Как бы без браков. Без каких-либо моментов, нюансов. Буквально сейчас мы вернемся. Ребят, в общем, мы все подключили, установили сразу и камеру тоже подключили. В общем, сейчас Димон будет делать свой первый запуск. Давай, с Бога! Кнопка Power! Смотри, синим засветилось. Ожило, да? Да. Так. Подожди, жди. Ждем. Ждем. Звонишь, оно не звонит. Важное дело. Круто. Найс. Nice. Даже его не слышно. По сравнению с Соньки третьей, ну прям. Так, ребят, кстати, сразу же хочу, вот, если вам интересен обзорчик на данный телевизор, который у Димона LG Nano, напомни, 700, какой, 786 вроде бы, да, если я не ошибаюсь. Ну, короче, Nano 7, да, вот, мы его приобретали по бюджету на Черную пятницу. Вот, если вам интересно, дайте знать, я засниму вам на него обзор. Также есть на канале обзор на LG OLED C1, где-то подсказочка здесь сейчас появится, да. Так что переходите, смотрите, это, как по мне, лучший телевизор на 2021 год, да даже и на 2022 год для игровой консоли PlayStation 5, я как бы рекомендую. За адекватную цену это топ. Вау! Класс! Ставьте, пожалуйста, камень. С удовольствием. Так, это у нас UK. Вот. Уже какой-то так. Бум. Нажать. Ребят, давайте, в общем, сейчас мы сделаем быструю настроечку, вот, ну, чтобы вы это все не смотрели. Да, выбирай русский. Русский есть. Сейчас тебе на к Wi-Fi подсоединиться. Вот, вводи. Вот, мы сейчас все быстренько настроим и потом вернемся, да, и Димон уже подытожит свои впечатления и скажет свое какое-то мнение. В общем, буквально сейчас мы вернемся. Ну что ж, ребят, всем большое спасибо. Вот Андрюха уже настроил, типа, и телевизор, и саму консоль, ему огромный респект, спасибо. Вот сейчас уже будем пробовать, сейчас первая игра будет Астробой. В общем, ребят, хочу сказать, наверное, от себя, чтобы каждый, кто желал, ну, желает эту консоль, которую сделали люди предзаказы, чтобы они ее получили и насладились, и получили такой же спектр эмоций, допустим, как я, и как у Андрюхи, тоже обзор посмотрите. В общем, мы сейчас немножко поиграем в Астробой, и потом сделаем зарубу в МК, может, даже сделаем первый стрим. Что еще могу такого сказать? Это просто вау, это что-то нечто, просто вибрации шикарные. У меня просто нет слов. В общем, ребят, хочу сказать, я сейчас буду пробовать, получать удовольствие. Спасибо большое всем. Поэтому, если вам понравился обзор, ставьте комментарий, палец вверх, все по стандарту, вы все это знаете. Поддержите канал. Думаю, у этого канала будет большое будущее. Поэтому всем спасибо. Ребят, да, в общем, всем спасибо за просмотр. Надеемся, что видео для кого-то оказалось полезным. Вот, мы желаем в 2022 году каждый, кто оставил предзаказ и либо в поисках данной консоли, вот, чтобы побыстрее ваша мечта
исполнилось. Вот. Мечтайте. Идите к своей цели, у вас все получится. Надеюсь, что вы поддержите канал. Дальше больше. Берегите себя. До новых встреч. Всем мира, добра. Peace.